Все дело в Кубке Конфедерации и предстоящем чемпионате мира по футболу. Отсюда и новый новогодний тренд. Футбольные мячи по задумке главного художника города Елены Баранской будут везде. Даже искусственные елки планируют сформировать из светодиодных мячиков. Футбольными станут и традиционные новогодние снежные шары. Разработано властями Сочи, оформление домов, улиц и проспектов курорта. Уже реализуется новый проект городских перетяжек по курортному проспекту. Нестандартно украсить свои дома и окна, то есть в стиле мундиаля, предлагают и самим сочинцам. Среди жителей проведут конкурс на лучшее новогоднее оформление. Массово украшать Сочи начнут 1 декабря. К 15-му все работы должны быть уже закончены.